Друзья, добрый день. Мы сейчас находимся с вами в этом городе, литовском городе. Не помню опять, как его называется, но в Латвии говорили, что это очень бандитский город. В общем, самое прекрасное во всем этом – это сюрпризы, которые на каждом шагу нас ожидают. К неприятным сюрпризам ты как бы всегда готов, поэтому это одна ситуация, но приятные сюрпризы, которые на самом деле являются сюрпризами. В отеле, в котором я сейчас нахожусь, оказывается, еще входит завтрак, и девушка уже третий раз мне его приносит из-за того, что я не знаю нормально английского языка. Она постоянно думает, что я говорю еще и еще. Когда она мне принесла третий раз, я уже сказал, что больше не надо. И, в общем, на этом мы с ней пока остались. Ну что, мы продолжаем наше путешествие в солнечную Калифорнию. Попозже я вам расскажу об этом отеле, что здесь и как, и вообще, как я сюда попал. Пока.